Около 400 обращений по уборке снега поступило в правительство Тульской области. О ходе работы с жалобами главы муниципальных образований отчитались на видеоконференции. Так, на контроле сегодня остаются порядка 300 жалоб. Жители Донского написали о том, что городскую автостанцию убирают плохо. По словам главы местной администрации, сейчас снег убран. Его вывозили в течение 2 дней. Жалуются на заснеженные дороги жители Куркинского района. Местные чиновники винят во всем погоду. Жители, разумеется, хотят, чтобы она была расчищена, потому что они ей каждый день пользуются. Здесь ничего сверхъестественного нам жители не предъявляют. У нас с вами один эпизод уже был, когда несколько раз один и тот же сигнал прошел, все бросились на уборку, то трактор поехал, сломался, значит, то еще что-то. В итоге там у нас волонтеры на добровольных началах расчищали дорогу. Поэтому еще раз я вам повторяю о том, что дороги должны быть прочищены. Еще одна жалоба.